Привет всем. Хочу сегодня сравнить наушники AirPods Pro второго поколения и Samsung Galaxy Buds Plus. Новые вышли сейчас, очень с улучшенным микрофоном. В Buds обычно был плохой микрофон, сейчас доработали, то есть их я использую наушники как гарнитуру. В чем плюс AirPods? AirPods очень э -э -э хорошо, хороший динамик, хорошо слышно, но плохо держится в ухе. В них не позаниматься ничего они выпадают держатся так не совсем хорошо бац плюс здесь очень хорошо сделали вот этот плавник и ухо он вкручивается и очень хорошо держится в них можно бегать прыгать все что угодно и они держатся не выпадают то есть э, комфортно микрофон сейчас в них комфортный единственное что это вакуумность для прослушивания музыки это конечно хорошо но если ты используешь как гарнитуру то целый день тяжело в них выходить поэтому я придумал как их сделать чтобы они были в послышимости как AirPods хоть у них есть динамик который микрофон который наружные звуки передают тебе в ухо но оно как бы искусственное и не слишком комфортно когда ты не замечаешь наушник в ухе и слышишь всю окружающую среду как без наушника, то это более комфортно. И для того, чтобы использовать комфортно эти наушники, я снимаю вот эту амбишуру. Амбишуру снял, вставил в ухо. Держатся они за счет плавника, не за счет амбишура. Держатся крепко и я слышу внешние звуки все отлично. Если я включу еще дополнительно микрофон, буду еще лучше слышать. Поэтому на сегодняшний день, как для меня, самое главное, чтобы наушник держался хорошо в ухе. Микрофон был хороший и слышно было хорошо. Не сам себя как в вакууме ты слышишь, как ты идешь, все вот это вот такие глухие звуки. Они перестают быть. И автономность этих наушников, конечно, удивляет до 11 часов то есть один, второй. Поэтому я вот так амбюшур в кейс бросил, закрыл, наушничком пользуешься. Если захотел послушать музыку, позаниматься, вставил амбюшур, позанимался все без проблем. Поэтому, как по мне, бац плюс сегодня лучше. Как по мне, лучше, чтобы они хорошо держались компактно в ухе. И плюс еще такой лайфхак с этим амбишуром. Поэтому Samsung хорошие наушники на сегодняшний день. Наверное, одни из лучших. Спасибо. Все, всем пока. Подписывайтесь.